Глава государства в своей программе документов в значении республики неоднократно говорила о необходимости поиска и применения альтернативных путей разрешения возникающих споров, ведущих к снижению судебных тяжестей. При исполнении данного обращения президента был разработан изменение закона о медиации, который совершенствуется применительно к реальным дням. Верховный суд осуществляет пилотный проект по судебным применительным процедурам. Под руководством председателя Верховного суда Асанова проводится модернизация судебной системы по семи камням правосудия, конечная цель которой обеспечить оперативное качественное рассмотрение дел и принять по ним законные справедливые решения в условиях открытости и прозрачности. Одним из основных направлений является то судебное определение данного спора. На выполнение этой задачи должны быть направлены усилия не только судов, но и всех исполнительных органов власти, прокуратуры, общественных объединений и других неправительственных организаций, трудовых коллективов. И уважаемых наших кандидатов в каждом районе города. В этом кое-что залог нашей социальной стабильности и в целом общества. Поэтому мы обозначили цель нашего совместного мероприятия, которое заключается в расширении поля деятельности медиации, по судебному разрешению споров и конфликтов. Второе, улучшение качества оказания медиаторами, организации и функционирования совета. Третье, мы предполагаем заключить меморандум с Акиматом области о сотрудничестве по организационным вопросам в этой сфере. Бұл дау рапорты үлкен ойдың үлкен істің басқармасы. Сондықтан сіздердің төрағаларыңыз Жақыпбай Жұмағасановпен бірге бас прокуратурада мен қызмет істедім. Ол кісінің жалпы кез келген жаңа серпінге жаңа ойларға ол кісі әркез жақсы көзқараспен қарайды және новатор десек те болады. Себебі бұл кісі қазір осы жоғары сотқа келіп не үшін осы бітімгершілікті медиацияны қолға алды, оның астарында не жатыр. Сондықтан бұл үлкен ойдың үлкен істің үлкен бітімгершіліктің бастауы. Сондықтан осы Маңғыстау облысының әкімшілігіне өздеріңіздің атыңыздан жоғары соттың төрағасы Жақыпбай Жұманұлына, мына облыстық соттың төрағасы құрметті Ержан Көкенұлына, сіздердің әріптестеріңізге мен үлкен рахметімді